Добрый день! Вы находитесь на канале «Народные советы». Сегодня я расскажу вам о том, как повысить аппетит с помощью целебных сборов. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Хороший аппетит считается первым признаком отменного здоровья. Его снижение или полное отсутствие могут свидетельствовать как о легком недомогании, так и о начале серьезного заболевания. Как правило, наиболее частыми провокаторами потери аппетита считаются ухудшение экологической обстановки, загрязнение воздуха и тому подобное. Вредные привычки, курение, употребление алкогольных, сладких и газированных напитков. Нарушение режима питания и жизни. Нервные психические расстройства, стресс, депрессия, невроз. Временное недомогание, связанное с дискомфортом, болевыми ощущениями. Авитаминоз или гипервитаминоз, прием медикаментов и другие проблемы, связанные со здоровьем. Существует много лекарственных препаратов и народных средств, как повысить аппетит в короткие сроки. Рецепт первый. Полынь горькая 30 грамм, тысячелистник обыкновенный 10 грамм. Одну столовую ложку смеси заварить одним стаканом кипящей воды. Настоять 20 минут. Процедить через марлю. Пить по одной столовой ложке за 15-20 минут до еды. Рецепт номер 2. Листья вахты трехлистной 35 грамм. Золототысячник малый 30 грамм. Полынь горькая 35 грамм. Одну столовую ложку смеси заварить одним стаканом кипятка. Настоять 20 минут. Процедить через марлю. Пить по столовой ложке за 15-20 минут до еды. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!